Транспортный коллапс в украинской столице. Жители Киева перекрыли центр города, протестуют против отключения отопления. Люди с плакатами в руках вышли на бульвар Леси Украинки, требуют вернуть тепло в дома и винят во всем происходящем власти страны. А в Киеве сегодня выпал первый снег, температура ниже нуля. Из украинской столицы передает собственный корреспондент радиостанции Вести ФМ Владимир Синельников. В Киеве жители центральных районов вышли на манифестацию в знак протеста против отсутствия тепла в их домах, несмотря на наступившие холода. Жители домов по бульвару Леси Украинки перекрыли движение на этой важнейшей транспортной магистрали города. Они устроили своеобразную манифестацию, без перерыва пересекали улицу по пешеходному переходу, тем самым блокируя движение автомобилей. Подобная акция позволяет избежать уголовной ответственности за блокирование транспортных магистралей, что предусмотрено законодательством Украины. Манифестанты держали в руках плакаты, требующие возобновления подачи тепла в их дома. После получаса подобной акции они ушли, но заявили, что это только предупредительная акция. И если подача тепла в дома будет не возобновлена, то они вновь выйдут на улицу и на этот раз уже гораздо более серьезно. Владимир Синельников, Вести Киев.